Всем доброе утречко и всем привет. На этой неделе заканчивается август, начинается осень. Из-за того, что я все лето работала и сдавала экзамены, я подумала, что мало моментов было за лето, которые я могла бы потом вспомнить. Поэтому в этом видео мы с моей старой подружечкой, с которой не виделись год, решили устроить пикник на крыше парковки. И я сейчас уже вышла. Но для еще большего эффекта я весело буду снимать на камеру. Поэтому давайте отправимся в самое начало. Ну, не 15 точно, я думаю, потому что нам от меня на машине бабушкиной ехать 15 минут как раз-таки. Вам, скорее всего, минут 25, вот так же, как и мне на автобусе. Но в любом случае рисковать не будем, я сейчас просто накрашусь и уже выйду. Если что, плетик я взяла. Итак, я уже вышла. Вот такой у меня лук. Немножечко неудобно снимать, но мне кажется, что я очень мило выгляжу. Значит, я взяла термос с кипятком, чтобы мы заварили с ним лапшу и чай. Правда, у нас нету чая в пакетиках, поэтому я взяла рассыпной вот такой вот. Также у меня есть маленький подарочек для Полины. Я взяла нам вот такие вот парные браслетики. Они очень милые, я думаю, и хорошо запечатляют этот момент. Но я пошла на остановку и уже буду ехать. Я приехала в торговый центр, вернее в Ашан. Такой вот здесь вайбик. Полина еще едет. Мы договорились просто встретиться в 8:30 уже, 9. И по факту я опоздала, и она. Потому что мы просто тупо не могли встать. Вон там написано время. 9:03. Такие домики милые. Сейчас я иду посмотреть там всякие тетрадки, может еще что-то. И как только Полина приедет, мы будем покупать, покушать. Я надеюсь, что термос там не разлился. Я его ободала плетиком с двух сторон, но должен вообще, по идее, держаться хорошо. Я надеюсь, что так и будет. О май гад, такой кто идет? О май гад, какая да, такая. Нашла меня, у тебя что, камера профессиональная? Ты конечно, что? Да, я влогер. Звезда? Yeah. Я нашла вот такие тапочки, ой, тапочки. Маленькие лапки не подходят тапки. А там нормальное качество? Ну, типа, специально Y2K style, я типа поняла. Что? Но там, наоборот, качество такое, типа, Y2K 2000. Я взяла вот такой вот рамен, правда, его нужно заваривать, но пофиг.
такие кружечки, тетрадочку милую. А это мы надо скинуть. Да, это мы будем, мы хотели взять вилочки, но в итоге там есть место, где еда, и мы просто подошли, взяли вилки бесплатно. Да, и также факты. И также типа сахар для чая. Сейчас смотрим пончики. Тут всякие еще вот такие вот штучечки есть. И уже пойдем на крышу. Но там уже, правда, очень жарко и много солнца, ну да ладно. Вот так. Вот такой вот эстетик. Посмотрите, у нее этот, я не знаю, как выглядит. Вот эти вот ваши новомодные технологии камеры. Так эстетично. Настоящий эстетик. Это красота. Нет, он с чем вообще? С перцем, персики. Персики, блин, сандвичина, сыр. Снимаем, типа, вот так. Здравствуйте, у нас профессиональный телеведущий. У нас камера не двигается, мы снимаем чисто вот так. Да. Без всяких вот этих вот эффектов. Вот такая вот мадама идет. Сегодня мы проверим Ашан на то, это Елена Летучая. Мы проверим, нормальные ли тут сроки годности и чистые ли у них. Все хорошо. Да, уходим. Все, убегаем. Все, чтобы я типа не мучилась. Пытаюсь включить, как старая бабка. Аккуратный. Бедный Дана. Это эти штуки за 20 тысяч рублей калечат людей. Надо, чтобы с ценником было обязательно. О, ты что? Я сегодня там. Я не сломали, не заблудили бабку. Ты же понимаешь, что там вообще нельзя находиться? Типа, полиция. Ну, как я поняла, нельзя. Можно. Разрешаем. Типа, не законно. Профессиональная, а четыре камеры включила? Да, только вот не зажимаю там пальцем, там. Угу. А где? А. Там где-то 30 минут. Вот. Вау! Я завидую. Я хочу это. Где ты это взяла? А, мне сдачи дали. Что? У меня такого нет. Я для тебя еще пока не дешево. Я буду ждать. Короче. Есть фарми браслетики. Что? Это мне? Yeah. Спасибо! Ура! Так, все. Ура, меня задарили. Да. Стойте. Давай, а ты да. Мы что теперь? Лупу. Возвращение коллабов. Теперь дедоедка и лысенький снова вместе. А эстетика. А, его тут можно регулировать даже. Вот это шок-контент. Да, я все. В шоке. Это типа эстетика. Сначала завариваешь, а потом добавляешь. Ну, вообще приправу. Да. Капец, я наоборот делаю. Ну, я раньше тоже так делала, но потом приправу не чувствовала. И она в кипятке растворялась. Капец, логично. Это что за... Бульоновая приправа. Немного острова. Реально, как будто порно снимаю какое-то.
Прикинь, если бы не заметила. Короче, я заварила чай. Я хочу добавить сахара, а тут написано соль. Такие лохи просто. Думали, что сэкономили, а в итоге обосрали. Зато можешь соль добавить в пюре себе. О, гениально. Да, я гений. В общем-то, я купила два пончика. Один, как я поняла, с бананом, другой с чем-то еще. Это для веганов. Да, да, зеленый. Сейчас посмотрим, с чем он. Мне интересно, а вдруг это с киви, прикинь? Не реально. Кстати, киви – это не название. Это чел, который первый открыл, или продал. Капец. Я тоже тебя слышу. А я не могу сказать, что больше на банан, по-моему, даже. Что за банка? Это зеленый банан, мы тебе продаем. Это мне даешь? Попробуй, да. А потом уже говорите, я попробую, а потом такие, это ты мне даешь? Нет, я даю его, вот, типа, что за вопросы. Какой-то не до манго. Ну ладно.